Всем привет, дорогие друзья! Когда Теру Классик начали покупать хомяки, она сразу же развернулась. Почему толпа здесь не заработает, сегодня я вам расскажу. А перед началом обязательно поддерживайте данное видео лайком. И давайте сразу переходить к делу. Начнем мы с битка. По биткоину мы видим сейчас, как засаживают толпу на росте. Да, дорогие друзья, покупать нужно не сейчас. Покупать необходимо было биток заранее, до того, как данный рост начался. Мы набирали биток по 16 тысяч, и все с нас смеялись, говорили, мы делаем неправильно. Но по итогу мы заработали, в отличие от тех людей, которые не покупали. Сейчас наоборот. Хомяки набирают, я с них смеюсь, дорогие друзья. Только идиот будет покупать на росте. На данном этапе, как минимум, необходимо дождаться охлаждения. И только на просадке формировать свои позиции. Либо набирать то, что еще не улетело. В случае с битком, биток уже ушел. В случае с Террой Классиком, Терра Классик себя уже показала. Хомяки думали, что мы придем, купим на росте и понесем это все наверх дальше. Но так рынок не работает. Хомяки слишком наивные. Именно поэтому они и дальше будут терять. Я никогда не покупал на росте. Всегда мы с вами на канале покупали на падении. И только благодаря этому мы и зарабатывали. Мы анализировали рынок тогда, когда никто не хотел этого делать. И покупая на страхе, мы забирали отскоки. Толпа этого почему-то делать не хочет. Все рассчитывают на халяву. Приходят, покупают на росте и об них закрываются. Это правильно. Я считаю, что они заслуженно теряют деньги. Мы с вами снимаем сливки за счет таких людей. Они отдают свою ликвидность нам. И мы, работая не так, как они, снимаем сливки. Все максимально просто. В будущее Терры Классика я верю, но покупать на росте я не собираюсь. Я набирал все данное падение. На данном этапе я просто держу монеты и несу это все наверх. Эмиссия у Терры Классика постоянно уменьшается. На бычке это проявит себя с лучшей стороны. Я в этом уверен и даже не сомневаюсь, что Терра Классик будет расти. Binance монеты не продает, хотя мог бы. Если бы Binance понимал, что данной монете конец, то он бы закрывал свои позиции, забирая хоть какую-то ликвидность. Но Binance этого не делает. Также он держит USDC. Делается это все не просто так. Манипуляторы намерены заработать. Все максимально просто. Когда мы были с вами в данном диапазоне, каждый день в каждом видео я говорил о том, что я набираю. Мы разбирали кошельки китов, и киты тоже покупали. Если вы думали, что это все просто так, то нет. Только из-за того, что киты набирали, я тоже покупал. Я понимаю, что крупные держатели просто так никаких поступков не совершают. Касаемо данной монеты, все только начинается. Все, кто аккумулировал вместе с нами, просто держите свои монеты. Как только я буду увеличивать свои позиции, я сразу оповещу вас на канале. На данном этапе есть Тальта, которая себя совершенно еще не показала. Если вы имеете желание набирать ее вместе со мной, то присоединяйтесь к нам в закрытое комьюнити. Получайте полное обучение. Получайте 4 закрытых курса. И с набором правильных инструментов работайте по моим сигналам, набирая правильные монеты. Кому интересно, ссылка есть в описании. Прямо сейчас действует скидка. Все те люди, которые зайдут прямо сейчас, зайдут дешевле, чем остальные. Доступ в наше комьюнити оплачивается только один раз. Кому интересно, присоединяйтесь. Альта себя еще не показала, все только начинается. Сейчас фаза подготовки. Я набираю то, что на дне. Я набираю то, что еще не улетело. Если вы намерены зарабатывать, то делайте то же самое. Не бегите за тем, что уже улетело. Не покупайте на росте.
Не будьте хомяками. Покупайте вместе с китами тогда, когда они это делают. Анализируйте рынок каждый день и обязательно учитывайте все факторы. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!